В торгово-развлекательном центре «Седьмой континент» города Махачкалы состоялись пожарно-тактические учения. Они прошли с целью отработки действий пожарных, выполнению задач по предназначению, оперативному спасению людей и отработку взаимодействия с персоналом объекта и службами жизнеобеспечения города в случае ЧС. По сценарию, возгорание возникло в ресторане «Океан», в результате чего все этажи центра были задымлены. Особенности данного объекта служба заключается в том, что объект у нас с массовым пребыванием людей, сложной планировки. Цели учения у нас достигнуты, все задачи поставлены, выполнены в полном объеме. По замыслу в здании также находились люди, которые не могут самостоятельно эвакуироваться, и они передавали информацию о своем местонахождении на центральный пункт пожарной связи по номеру 101. Благодаря беспилотному летательному аппарату были обнаружены пострадавшие на крыше здания. Их сразу же эвакуировали в безопасное место, оказав необходимую медпомощь. Вскоре условный пожар был ликвидирован. Всего было привлечено 10 единиц техники и 37 человек личного состава, а также 2 психолога главного управления.